Привет! Привет, Саша. А куда нас найду? Саха вернулся. Я не с пустыми руками. У меня есть Яндекс.Станция Мир. Да мне не было. Алиса! Алиса, как ты так поешь? Я что-то не понимаю. Я пою в караоке, и мне нравится. В смысле? А, да я так нечестно спою. А стоять на сцене тоже нечестно? Алиса, выключи музыку. Все, это не она пела, так что все честно. Что ты делаешь? Да, вы сейчас видели театр. Да, вы сейчас видели часть моего адекватного нет разговора с Алисой. Ну, давайте сейчас серьезно. Яндекс.Станция Мини – это умная колонка с голосовым ассистентом Алисой от Яндекса. Ее стоимость, это у меня сейчас вторая версия. И так, да, поэтому она стоит чуть дешевле, потому что первая почему-то стоит до 10 тысяч. Чего? Ну, а если говорить серьезно, колонка стоит без часов 6 тысяч рублей, с часами 7 тысяч рублей на Яндекс.Маркете. А! Ну, а Алиса может точно то же, что и в телефоне. Может, так музыка будет звучать приятнее? Ну, а Алиса может только то, что может в телефоне. А что вы слушаете в наушниках? Может, рок или классику? А вы слышали, что она сейчас раньше сказала, что про телефон? Что может быть музыка? Говорила, и что? Говорит, может быть, так музыка будет звучать приятнее. И вот, это ее первый плюс. На одинаковые вопросы она отвечает по-разному. Ну и, кстати, вот ее еще один плюс. То, что, может быть, так музыка будет звучать приятнее. И да, реально музыка звучит приятнее. Например, звучи Джастин Бибер «Miss Little». Алиса, включи Джастин Бибер «Miss Little». Включаю Джастин Бибер. Песня «Mistletoe». Стоять! Стой! Алиса, стоп! Я забыл про авторские слова. Собственно, это умная колонка с Алисой, которая... А да, я же это уже сказал! В общем, она может очень качественно воспроизводить музыку. Кстати, у меня сегодня день рождения! Ну и получается, магия устройства в том, что это колонка, и в ней есть Алиса. Не нужно включать телефон, и при этом она может управлять умным домом. А то ты, если ты хочешь пользоваться Алисой где-нибудь на телефоне, то ты открываешь приложение Яндекс, а здесь просто Алиса, включи музыку, и все, она включает. Вот она. Короче, вы меня поняли. Так. В общем, вот такая вот Яндекс.Станция. Что ж, а на этом у меня все. И под конец, Лиса.
Включи песню Mistletoe. Включаю Джастин Бибер. Песня Mistletoe. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. Кстати, аж авторские права. Алиса, выключи музыку. Алиса, выключи музыку. Ну, получается, всем пока. Да, мне, кстати, сегодня реально день рождения. Всем пока. Ну, а для тех, кто все еще не помнит, посмотрите другие видео на ютубе. Thank you.